Я долгое время вот это слушал всю эту, ересь, которая публикует в прессе. Если кого-то интересует, я готов предоставить ему лично любому документы о том, что я являюсь и владельцем акции «Арсенала», и хозяином. Чего хотите? Я закончил с футболом, и так как мне дорог «Арсенал», дорога ситуация с «Арсеналом» была, я хотел сохранить клуб, я искал того человека, который поднимет это знамя. Онищенко взялся за это дело. Они понабирали игроков, понабирали себе чудесный состав, этот там директоров, назначили им крупные зарплаты. Но это их дело, я тут при чем. Потом они прекратили все финансировать. Сегодня по этим контрактам долг около 5 миллионов долларов. Не платить их нельзя. Это все обман. Это обманывают всех. Особенно, еще раз говорю, решение премьер-лиги, которое просто вопиющее, какое-то. Мы дали письмо Запорожскому «Металлургу», мы дали письмо премьер-лиге, мы дали письмо федерации. Значит, клуб больше существовать не может и не будет. Более того, смотрите, все эти игрища вокруг «Арсенала» привели к тому, что генеральный директор, этот Головко, над которым издеваются, он уже попал под уголовное преследование за неуплату налогов. Поэтому клуб должен был прекратить свое существование до 1 числа. Поверьте мне, «Арсенала» нет, и на этом закончили. Что касается премьер-лиги, если хочется заработать на баллы или еще что там они зарабатывают, на уничтоженном клубе не получится. А на самом деле все сводится к тому, что если «Арсенал» снимается сейчас, да, то определенные клубы недополучают 3 очка. А если он пройдет еще 2-3 матча, то тогда можно как-то иначе считать. Так вот еще раз говорю, не надо на судьбах «Арсенала» играться. Надо было помогать, когда можно было. А сегодня трупу хоть помогай, хоть не помогай, его нету. Клуба «Арсенала» нет, ни на один матч он не выйдет. И ни один игрок больше в футболе в «Арсенале», под футболкой «Арсенала» играть не будет. Федерации большая благодарность за желание помочь клубу. Но эта коммерческая структура, она закончила свое существование. «Арсенала» ситуация закрыта на сегодняшний день. Ему надо было помогать, когда больной еще дышал. Когда он умер, собралось много воронов, и все каркают, знаете, извините за грубое выражение, давайте поможем мертвецу. Я ходил по всем инстанциям, которые только существуют, никому «Арсенал» этот был не нужен. То, что сейчас это происходит, это нечестный, грязный пиар. Нет клуба «Арсенал», повторяю вам. Футболисты, собравшиеся отдельно, там, решившие играть, это просто группа футболистов. Я тоже хотел сохранить его, но не получится. Ты если есть человек, который хочет взять «Арсенал», он должен завтра прийти, точнее, вчера, положить 5 миллионов для начала разговора, погасить долги, как это говорилось, и вложить еще примерно, там, сколько, 15-20 миллионов в развитие клуба. Таких не нашлось. Сегодня, даже если найдется такой человек, поздно. Футбольного клуба «Арсенал» нет, и на этом точка.